Всем привет, это Гром. Приветствую всех зрителей и гостей канала. Всем здорово-здорово. Наконец-то мне пришла награда 800-ка. Ну что, ура-ура. Так, ну что, сегодня, блин, будем готовить рецепты. Как бы такие интересненькие. Здрасте, ну иди сюда. Как бы они вам пригодятся, они, ну как бы сказать, такие весьма полезные. А то народ жалуется. То, что тоники не работают, такие всякие разные. Так что посмотрим, что у меня тут в котелке. Так, в котелке я тут краску варил. В принципе, видео про краску есть, как бы оно никому не нужно. Соломки немножко есть, наркотики есть, грибы. Так, что у меня тут еще есть такое? Это стимулятор. Что-то мало. Сейчас посмотрим в сейфе. Так, что у меня тут? Цветочки, грибочки. Наркотик. Стимулятор. Где тут стимулятор? Грибы. Угу. Так, что ты зарядил? Нафиг это лишнее. Эти лишние. Наркотики. Это лишнее. Так, стимулятора мало. Блин, что-то стимулятор забыл взять. Ку-ку, ты где? Ну, ты где? Так, это что-то мало, да? Столько. Лучше, больше, да лучше. Так, сейчас мы зарядим. Нафиг, вот это лишнее. Так, водиться. Водиться, что нахрен? Здрасте, что вы хотите? Паразавра? Ну, сейчас я тебе заготовлю попозже. Так, надо еще за овощами сходить, блин. Тут у меня тут небольшая оранжерея. Всякие тут цветочки у меня. Вид поменять, тут что-то оно подлагивает. Так, это ягоды, да? Да, это ягоды. Это тоже ягоды. Это что такое у нас? Кукурузка. Иди сюда. Это тоже ягоды. Морковка. Все, морковку заберем. Это у нас лимончик. И картоха нам еще нужна. Картоха. О, все. Все вроде набрал. Так, ну все, побежали дальше. Блин, майки у меня тут разрослись. Там у меня додошки гуляют на втором этаже. Блин, надо лифт делать. Тут запарился, поэтому. Идет сюда нафиг. Бегать по этой лестнице неудобно. Так, водичка. Водичка. Так, пока мисс одну возьму, пока хватит. На один рецепт хватит. Так, картофлю заряжаем. Все нафиг туда заряжаем. И как бы сейчас будем смотреть. Так, а что-то я забыл. Я забыл мясо. Я забыл мясо и межобери. Где тут мясо? Межобери. Да стой ты, блин. Где мясо? Мясо дай мне. Все. Ну теперь все. Сейчас будем готовить борщ. Так, заряжаем мясо. И межобери. И все, и пошло. Так, ну готовится понемножку, в принципе. И это у нас будет соленый стейк. Как бы тут ничего такого нету. Как бы он прям полезный такой, хороший. Хорошая штука. Когда темно, блин, как бы... Не, ну конечно, если у вас читы, как бы там что, ночь переставил на день, да и все, и гуляй. А если нет читов, как бы ничего такого. Ну, такая вот ерунда. Ну, давай, бабум. Ну и все, в принципе. Что, надо 8 наркотиков, 2 гриба, 3 мяса первосортки, 1 картошку и 1 морковку. И все. Хапанул вот такую штучку, и все. Правда, надолго зараза ее не хватает. Ну, тем не менее, хорошая штука. Блин, что-то я воды нормально взял, да? Здрасте. Так, теперь делаем следующий тоник. Нахрен ты зажигаешься. То есть не тоник, а там... Отвар,
Просвещение. Роги берем 5 штук. Все, поперло. Так, теперь заряжаем все это дело. Блин. Можеберри, не можеберри. Водицу надо взять, блин. Так, а ну стопэ. Стой. Сейчас я стрелочку налажу. Чтоб ты у меня тут 7 уровней повышал. Все. Счастье у тебя, блин, надо тебя покрасить, наверное. А что ты открываешься, зараза? Водичка. Это нафиг сразу заправим. Побежали дальше. Здрасте, до свидания. Так, где вода? Пей вода, ешь вода. Блин, мажоберри забываю все. Оно же везде используется. Это мажоберри. И как бы тут для вот этого рецепта тут вообще немножко прям надо, блин. Тут вообще по мелочи надо будет 10 межаберий, овощей всех там по 2 штучки, 5 рогов и одна жемчужинка. И как бы все, ничего такого. Сейчас увидите. Ну что, приготовить, правда, они готовятся минуту. Вот эти все, которые прям хорошие. Что тут тухлятина какая-то, да? Готовься, не готовься. Ну все, вот такой. Отвар просвещения. Ну что, хорошая штука, блин. Так, а тоник амнезия. Дай-ка вспомнить, как уж готовить, блин. Сейчас мы вспомним. Блин, что-то я не помню, как его готовить. Сейчас я, наверное, схожу, да, у себя его немножко подгляжу. Ну все, короче говоря, вспомнил, блин. Зашел к себе, посмотрел, что там надо, чего, куда. И, в принципе, тут ничего такого сложного-то и нету. Так, что у нас тут? Это уже нафиг мне не нужно никуда. Это то, что нафиг зарядим, потом оно пригодится. Тоже ягоды, всякая фигня. Дыч, стоп. Бедно поменять, то ни хрена я не могу в кран попасть. Так, это тоже заберем. Заправим, заберем. Все, побежали. Побежали. И водичку заряжаем. И все, и огонь. И, в принципе, тут что надо? 70 наркотиков. 70 стимуляторов, 20 цветочков, 20 грибочков, 200 межаберий и ягод. И 24 первосортки надо, которая жарена. Как бы все, будет она готовиться. Потом бабахнул, и все, инграммы у тебя улетели. Ты до первого уровня слетел. Как бы, блин, я не понимаю, что она у вас не работает. Может, мало ягод, может, я не знаю, что-то, блин. Может, мяса мало. Ну вот смотрите сейчас. Вот. Хотите на паузу поставьте, посмотрите, что у меня осталось. Все. Вот все. Тоник амнезия. Все как положено. Все нормально. Так, теперь надо мне дружбану сготовить. С яичка там фигню, блин. А то у меня бедолашка там бегает. Яйцо паразавра я нашел, блин, как бы у меня паразавра нету. Ну, надо будет ему изготовить вот эту маленькую, вот эту пупсику. Так, что у меня тут есть, блин? Эту хрень все поукидывать надо, да? Так, где тут волокно, блин? Там волокна мало. Тут есть чуть-чуть. 2000 есть, в принципе. Сотку заберу, мне, я думаю, хватит. Думаю, что мне хватит. И как бы для обычных рецептов тут вообще ерунда надо, блин. Блин, что цветочки эти надо забрать, наверное, нафиг не нужны. Так, вот эту фигню. Какую-нибудь овощину. Да иди сюда, зараза, блин. Сейчас овощину засунем. Все, начало готовиться. Обычное мясо берешь, блин. И как бы додошкины. По-моему, что-то раптора. Птеродактиль, еще кого-то там. Вот такое обычная фигня, блин.
Какой-нибудь овощ там, блин, там, или морковка, кукуруза, всякая хрень. И как бы все нормально, все готовится. Так, сейчас его сразу заряжу его. Пойду его покормлю. Так, я на то. Нет, нет, не ешьте, это Отлично. что-то новое. Отлично. Так, где тут есть маленькая пуся? Ты уже на 74% вырос. Ну, стоять. На тебе. О, все. Привязанное 100%. Очень хорошо. Ну, все, в принципе, я вам показал рецепты. Ну, всем пока-пока. До новых встреч на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии пишите. Ну, все. Всем пока.